творить, созидать и быть полезными. К этим важным человеческим качествам своих троих детей Надежда и Дмитрий приучают с ранних лет. Своими добрыми и нужными поступками и с обязательным привлечением детей к процессу они показывают, как можно делать мир вокруг себя лучше. Яркий пример – скульптура «Скрипичный ключ», которую Дмитрий вместе с детьми сделали и подарили детской музыкальной школе номер один. Арт-объект стал настоящим украшением территории школы и центром притяжения для желающих сфотографироваться. Дмитрий и Надежда – люди с ярко выраженным чувством патриотизма. Они стараются не упускать возможности рассказывать детям и о государственных праздниках, и о народных традициях, посещать городские массовые мероприятия, участвовать во всевозможных творческих проектах. Каждый год всей семьей они мастерят поделки конкурсу на лучшую новогоднюю игрушку. Старшая дочь Александра – постоянная участница музыкальных конкурсов и концертов. А в этом году она в составе команды детской художественной школы номер один стала участницей акции «Красочная площадь». Одновременно на театральной площади, чтобы нарисовать свое видение Красноярска, собралось 500 ребят. Юные художники установили новый рекорд России. Семилетние близнецы Максим и Костя поют в хоре мальчиков при Красноярской филармонии «Капричо». Родители стараются не только раскрыть творческий потенциал детей, но и вырастить из них людей с большим сердцем. Семья принимает участие в различных благотворительных акциях, таких как школьный марафон добра и благотворительная ярмарка по сбору средств для детей с онкологическими заболеваниями. А совсем недавно Надежда с детьми буквально спасли жизнь бездомной собаки. Истощенное животное не могло выбраться из канализационного коллектора. Благодаря настойчивому неравнодушию семьи «Легкодух» была организована уникальная операция по спасению бедняги. История получила широкую огласку в СМИ и послужила для многих образцом человеческого отношения к животным. Счастливые, чуткие, деятельные. Семья «Легкодух». Душа и сила Красноярска.